Дорогие друзья, с вами Юлия Шишкина и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами разберем вот эту замечательную, супер энергичную, позитивную композицию, зажигательную, которую я уверена, что все вы знаете, и называется она «Текила». И прежде чем мы начнем, у меня классная новость для всех любителей джаза. 18 июля у меня стартует онлайн джазовый марафон, где мы за 2 недели разберем 3 очень известных джазовых стандарта в моих авторских аранжировках. Все пройдет в таком интенсивном формате марафона. Каждый день будет открываться небольшой видеоурок, где мы будем учить фрагмент композиции. И дальше мы соберем все это в одну большую композицию, и так мы сделаем с каждой. И за 2 недели вы выучите от начала и до конца 3 джазовых стандарта. Все это будет в моих, конечно же, авторских аранжировках. Помимо видеоуроков будут ноты, которые вы можете скачать, и они у вас останутся навсегда. И сейчас у нас открыта анкета предварительной записи на джазовый марафон. Все, кто заполнит анкету, смогут приобрести марафон по самой низкой цене. И всем я лично сообщу о старте продаж, напишу на почту, либо напишу в мессенджер, если вы оставите контакт, и вы точно не пропустите. Старт продаж у нас 5 июля на следующей неделе, и 5 июля вы получите на почту письмо. Записаться можно в анкету по ссылочке в описании к этому видео, а мы с вами начинаем разбор и поехали! Конечно же, я напечатала ноты к этой композиции, вы их также можете приобрести по ссылке в описании к этому видео. В нотах будет версия полная от начала и до конца, с 2 куплетами и с моей небольшой такой авторской импровизацией. Здесь мы сейчас разберем вступление, куплет и припев. Вообще композиция несложная, аранжировка несложная. Левая рука так здесь просто вообще халява. Мы играем, смотрите, всю дорогу, всю композицию, практически, кроме бриджа, припева, мы играем вот такую вот фигуру. Все. И по гармонии у нас 2 аккорда. Это фа мажор и ми бемоль мажор. В разных обращениях. Это и вступление, и куплет. Все держится на вот этих вот 2 аккордах. Соответственно, левая рука играет октаву фа, фа, ми бемоль, ми бемоль. И начнем мы со вступления. Смотрите, что играет правая рука. Получается ля до фа, у нас обращение 3-звучие, фа мажор. И соль, си бемоль, ми бемоль, это обращение 3-звучие, ми бемоль мажор. И вверху у нас мелодия фа, фа, ми, фа, 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 ми, 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 фа, фа, ми. То есть здесь самое сложное и самое главное в этой композиции – это ритм. Это сыграть очень ритмично, и здесь есть такие свои ритмические нюансы. Итак, правая рука. Наша фраза. Все, она повторяется у нас 4 раза. Как это теперь у нас совпадает с левой рукой? Давайте медленно разберем. Первая фраза очень простая. У нас совпадает аккорд с фа, 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 ми. Ми бемоль аккорд у нас совпадает с басом ми бемоль. Дальше смотрите. У нас начинаются слабые доли в правой руке. То есть сначала играет правая, потом левая. А когда пам-пам-пам в правой руке, 3 подряд 3 аккорда, это у нас уже в сильной доле совпадает с басом ми. Ми-ми-ми. То есть здесь получается 2 аккорда на бас в левой и 3-й аккорд на верхнюю нотку. А в нотах
это будет все наглядно видно, где паузы, где слабые доли, поэтому кому удобно по нотам, то ноты можно приобрести по ссылочке в описании. Мы повторяем с вами вот эту фигуру 4 раза подряд. Это наше вступление. Композиции вступление повторяется еще 4 раза, то есть оно длится в 2 раза дольше, и мы можем, смотрите, что сделать. Мы можем либо продолжить играть ту же самую фигуру, либо для разнообразия мы можем взять еще одно обращение тех же самых аккордов, просто на одно обращение выше. Будет гораздо красивее звучать, будет развитие, то есть я предлагаю сыграть вот так. То есть смотрите, у нас было ля до фа, мы перемещаемся просто на одно обращение вверх. Получается до фа ля и си бемоль, ми бемоль, соль. Получается. И пошла мелодия. Смотрите, что с мелодией? Левая рука продолжает играть наш бас. Фа, фа, ми бемоль, ми бемоль. Правая рука играет мелодию. Смотрите, что я здесь сделала. Здесь у нас мелодия в верхнем голосе. До, фа, фа, ми, соль, ми, фа, до. Вот она и вся мелодия. Я к ней добавила, я уже неоднократно говорила в своих видео, для того, чтобы мелодия звучала богаче, красивее, интереснее, мы просто к нотам мелодии добавляем аккордовые звуки. У нас по гармонии здесь фа мажор и ми бемоль мажор. Соответственно, к нашим нотам мы добавляем ноты, которые входят в наш аккорд. Фа мажор, да, то есть первая, третья, пятая ступени — это нотки фа, ля, до. Получается, ля, до, фа мы можем сыграть до, фа, фа, ми, соль. Здесь мы к нотке соль добавили нотки, которые входят в аккорд ми бемоль мажор, то есть си бемоль, ми бемоль. И все, возвращаемся в фа, опять ля, до, фа. То есть получается вот так. Можно сыграть вот так. Фа, до. Переместиться на целый аккорд. Кому как удобнее. Вот у нас с вами фраза, и она повторяется у нас 4 раза. Делаю дальше. Я делаю по тому же принципу, как во вступлении, переношу наше обращение на одно обращение вверх. И вот что получается. Значит, что у нас в правой руке? До, ля, вместе с ноткой фа. До, ля. Ля, соль, ми бемоль, си бемоль, ля, фа, либо вот так, ля, фа. Если сложно вот так перескакивать, можно сыграть вот так. Все, вот она наша фраза, и она у нас с вами повторяется. Текила, это обязательно надо сказать. Итак, смотрите, в бридже у нас с вами меняется гармония. Это си бемоль мажор и фа мажор. И у нас меняется с вами бас. И мы переходим на такой шагающий бас. Я сделала здесь такой простой вариант. Мы сыграем просто по трезвучию. Си, ре, фа, ре. Просто четвертями играем бас. И дальше переходим на фа. Фа, ля, до. Ля. То есть мы просто играем основные ступени нашего трезвучия, да, первая, третья, пятая. Си, ре, фа, ре, фа, ля, до, ля. Си, ре, фа, ре, фа, ля, до, ля. Что играет правая рука? До, ре, фа, ля.
Вместе с ля бемолем я беру целиком аккорд до ре фа ля. И фа, ля до фа. Обращение трезвучия. То есть за вторым разом я играю до ре фа ля, ля ля фа. Два раза еще играю этот аккорд. Можно сыграть тремоло до ре фа. Вот на этом аккорде до ре фа ля, ля ля фа, если получается, да? В паузе можно сделать глиссандо для того, чтобы это звучало эффектно. На третий раз, да? Три раза мы повторяем до ре фа ля фа. До ре фа ля 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 фа. До ре фа ля ля фа. Соль, 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 до. Текила. Когда мы играем соль, 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 до, у нас, соответственно, тоже меняется гармония. Здесь у нас соль мажор. В левой руке играем октаву соль, соль. Можно здесь, можно на октаву ниже сыграть. И здесь мы играем аккорд соль, си, ре, соль. Соль мажорное трезвучие. Если тяжело сыграть вот такое вот полное трезвучие, можно сыграть си, ре, соль. Просто обращение. И до мажор, да, до, ми, соль, до. И здесь октава до, до. Текила. Дальше идет второй куплет. Мы его уже не будем разбирать, он похож на первый. Я для вас сделала в нотах аранжировку, немного добавила туда импровизации после куплета, и дальше опять у нас с вами будет повторяться припев, потом вступление, и будет кода, поэтому кто хочет от начала до конца большую версию выучить, то она есть в нотах. Вот такой вот разбор. Большое спасибо за внимание, надеюсь, что вам понравилось. Напишите, пожалуйста, как вам эта композиция, насколько сложно или несложно. Также всегда приветствую ваши пожелания, чтобы вы хотели разобрать, и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там очень интересно, там уже очень много народу, ну, для меня это много. Я постоянно публикую различные материалы о музыке, делюсь бесплатными материалами, делюсь своими историями и видео своей игры, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылочка тоже будет в описании. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, это нам очень поможет в продвижении видео, напишите комментарий, не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. С вами была Юлия Шишкина, до новых встреч, пока-пока!